Система. У нас сложилась двоякая ситуация. Значит, есть локальный боковик и есть, можно сказать, что глобальный боковик. 10 и 15. Округляю цифры. Из локального боковика мы вышли. Причем вышли с четким ретестом по промежуточному уровню. Теперь, чтобы уверенно присоединиться к движению, которое, возможно, сформируется наверх, нам нужно дождаться пробоя уровня 14,7 и 15,5. Здесь на ретесте можно будет искать точку входа в лонг спекулятивный с целями 18, затем 19,5. Еще раз повторю, что значит спекулятивный? Спекулятивный значит, что в любой момент цена может развернуться и пойти вниз. Поэтому заранее стоит продумать, где вы будете закрываться. К шортам стоит присмотреться после выхода ниже уровня 11,5 на ретесте, не раньше. То есть мы его пробиваем, и затем ретест может пойти повыше, где-то на уровень 12-12,5. Вот такая вот идея по системе. Спасибо.